В битве с коронавирусом в выигрыше остается Медпром. Маски, перчатки, сопутствующие медицинские предметы. Предприятие России обеспечено такими заказами на несколько месяцев вперед. Работа кипит и в цехе десногорского предприятия «Доктор Мебель». Компания производит специализированную медицинскую мебель и не жалуется на нехватку заказов. Объем заказов возрос ввиду массовости строительства объектов, как Министерство обороны, это военные госпиталя по борьбе с коронавирусом, также и государственные поликлиники, которые были переорганизованы, либо построены новые в рамках борьбы с коронавирусом. Шкафы, столы, тумбочки, а также специальное лабораторное оборудование. В нынешних условиях практически на любой вид продукции есть свой покупатель. Весь производственный цикл уместился на этой площадке. Заготовка, проверка качества и отгрузка. Таким образом, компания производит более 20 тысяч изделий в год. Мы видим готовые изделия, предназначенные для проверки ОТК, которая впоследствии будет отправлено в зону упаковки. Подобные изделия недавно дополнили внутреннее убранство медсанчасти Десногорска. Врачи приняли в дар 46 единиц медицинской мебели, общей стоимостью более 1,5 миллиона рублей. Все это безвозмездный подарок персоналу медсанчасти. Отличный материал, очень хорошо обслуживается, имеется в виду, качественно обрабатывается в связи с ковидным положением в настоящее время. Так компания «Доктор Мебель» решила подбодрить тех, кто находится на передовой борьбы с коронавирусом. Обновки появились почти в 10 отделениях медсанчасти и уже служат на благо персонала и пациентов. Мы выражаем искреннюю благодарность руководству «Доктора Мебели», генеральному директору и тот персонал, который нам помогал в получении вот этой мебели. Большое им человеческое спасибо. Такую взаимовыручку можно по праву считать примером маленькой, но значимой победы в большой войне против общемировой пандемии. Олег Соловьев, Александр Ерофеев, Десна ТВ.